Всем привет! Тут очередная доставка от Озон. В общем, каждую бутылку упаковали отдельно. Это что-то с чем-то. И теперь каждую нужно распаковать. Что еще удовольствие? Вот так. Дайкон. Дайкон, да. Ну, большой он, конечно. Шикарный. Там еще 4 штуки остались. Я уже не выдернула их. Ну, пусть растут. Ладно. Любитель я вам поснимать еды. А в тарелке капуста. Мама с огорода привезла сейчас. Будем кушать сейчас салатик. Так что вот собственное производство. Что помидоры, что капустка. Так, тут пришел заказик. Вешалки, плечики. Детская посудка. Так, вернулась я с магазина. Купила вот такой пакет в Детском мире. Вот эту штучку я отрывать не буду, так как это все новое. Вот здесь написано. Помните, я Вики на день рождения покупала точно такой же пакет, только там была другая надпись. Это несу детям радость. У нашей родственницы было пополнение, поэтому мы решили закупиться подарками. Взяли вот такой чудесный плед в коляску. Там родился мальчик, поэтому я подобрала именно такой нейтральный более цвет. Далее полотенце с барашком. Вот оно не маленькое, в принципе, для ребенка, как мне кажется, а там уж я, конечно, не знаю. Вот этого должно хватить. Такой симпатичный барашек. Причем, знаете, сейчас сложу сразу, чтобы... Это самое, были разные расцветки, но тоже решила взять такой, знаете, нежный оттеночек, желтый, ну, с таким барашком. Вот. Дальше эта свечка на один месяц, либо на годик. Мы на один месяц уже не успели принести, поэтому насчет свечки, если честно, я не знаю, что делать. Пока оставлю ее здесь, подумаю. Вот, уточки для плавания. Вот, ну здесь что-то как-то вот повредилось, правда, упаковочка в магазине. Здесь одна большая уточка, и они вот так вот делают. И три маленьких, ну типа мама и дети. О, Тимка у меня реагирует на это все. По сути, должно быть интересно тоже в такой желтой тематике как бы все. Вот здесь дальше горшочек. Он, знаете, на камере как смотрится, как более пудровый, хотя он такой бежевый. Здесь тоже, так как это мальчик, здесь тематика машинка и жираф. Ну, горшок, мне кажется, пригодится в любом случае, где бы ни были. Тем более, они приезжают в гости. И последнее, это набор посуды. Здесь три предмета. Вот. Кому было интересно, это из Республики Беларусь сделанный город Добруш. Добруш. Здесь такие милые динозаврики. Покажу вам распаковку, как выглядит внутри тоже. Набор посуды с динозавриком. Это вот такая тарелочка большая. И вот кружка с одной стороны. Вот этот динозавр, что на тарелочке вот этой же. Если переворачиваешь, она из фарфора на подарок. Здесь другой динозаврик, который на этой тарелочке. Ну, в общем, в целом нам понравилась тематика. Пальмы, динозавры. И в комплекте она вот по широте вот такая. Выходит набор посуды. Три предмета. Сбоку как раз-таки информация. То, что вот Беларусь. Называется динозаврики. Вдруг кому будет также интересно, заинтересуйтесь. Набор детской посуды в коробочке был. Ну и в принципе, я думаю, что этого должно хватить. Так вот выбирали на свой, как говорится, вкус и цвет. В таком пакетике решили все это сделать, потому что мне нравится, он экологичный, такой чистенький, знаете, хорошенький. Вот, так что я это все складываю обратно. Вот, прекрасно все поместилось. И уже там спокойно подарил. И миссию свою выполнил. Вот такие покупочки.
Еще заодно в магазине «Порядок» купила 4 миллиметра. Это сверло по бетону. Была акция. А также этот, как он называется, нож для мясорубки. Вот. Диаметр у него 4,8. Ну, надеюсь, к нашей подойдет. Ну, это такие технические покупочки, можно так сказать. Давай, блин. Мне нравится то, что здесь ручка с дырочкой. Прям вообще класс. Слушай, он острый. А их затачивать можно будет потом? Не знаешь? Думаю, что нет. Вот волны такие, разрезики. Ладно, пойдет. Итак, спустя время, в принципе, я добилась чего надо. Поняла, как это все работает. Вот как выглядит морковка. Она как спиралька. Очень красиво, симпатично, особенно для деток, у кого маленькие детки. В общем, сначала объясняю на примере вот так вот. Сначала вы режете горизонтально, получается, а потом вертикально. За счет этого получаются такие вот спиральчики. Очень классно. Вот морковочка замариновалась. Также красиво, но вот это вот мои вот остатки, которые были. Давай придумаем название нашему застолью. Какое можно придумать? Отмечаем день рождения еще раз. Ролочки. Пожарили картошечку нашим ножом специально. Видишь, какая форма красивая такая? Морковку делали сами. Это мед из одуванчиков наш. Капуста тоже, кстати, с грядки. Вот это я морковку делала. Так что приятного нам аппетита. И вот это вот все вот маленькое прям вообще осталось. Сейчас я приду, посмотрю, что Тимка делает. Хорошо. В общем, у нас застолье продолжается наше. Настюшка довольная. Кушаем. Виколя выслеживает вместе с бабушкой. Бинокль. Ой, бабушка слишком близко, да? Давай, слезай. Давай. Посмотрела? Да. Все, разломала кексик. Ой, а зачем ты его смяла? Да ладно, ей нравится. Так, что ты? Ну, тут еще сделаем, если что. Занимаемся. Лепка. Цвета не будет. Ну, что ей нравится так? Да, нам так нравится. И будет у нас цветной такой, да? Угу. Еще один. Давай. О, как круто получается. Такой цветной, цветной. Да, вот цветной. Я тебе его показываю. Прикольно. О, будет что маме показать. Еще цвет хочешь, да? Давай поближе поставим. Это желтый не надо добавить. Желтый? Ага. Не достается? Надо доставать. Прилип немножко. Я тебе отстегну вот так вот кусочек. На, держи кусочек желтенького. Прилип? Да. Прилип сильно. Одним словом, осень, да? И площадочку. Покажи себя с биноклем. Ой, смотри, как она привет. Пойдем к дяде Саше, пойдем. Нет? А там тоже же мы будем. Пойдем. Да? Пойдем, а дома тут. Викуля, а посмотри в бинокль, я тебя сфотографирую. Та-дам! На площадке, да? Прикольно. Вон птичку смотри. Вик, вон птичка, смотри, ходит по травке. Посмотри, да. Ой, здорово! Прикольно, да, увеличивает? Катайся, катайся. Вон там дедушка на велосипеде. Да, осень золотая. Что, снять? Давай сниму. Оп. Да, в общем, осень у нас дело такое. Пойдем на большую, пойдем. Пойдем здесь, вот здесь ходят. Викуля, надо здесь пройти.
Видишь, как мы встретили крестного твоего удачно, да? А ты что-то застеснялась. А что застеснялась, рассказывай. А? Застеснялась дедушку. Дедушку? Ну, дедушка, ты всегда стесняешься, что-то. Боишься его. Ну, да. Не надо, дедушка добрый, ты чего? А, ну у него такой тон, Викуль. Пойдем здесь будем заходить. Ура! Площадка. Викуль, а мы не запачкаем курточку твою? Не запачкаем. Там мы посмотрим, грязная будет. Давай посмотрим, давай. Так, мальчики, здесь маленькие дети. Грязно, Викуль, грязно. Давай просто полазим, спускаться не будем, давай? Договоримся так. Пойдем покатаемся на вот этой, на кругляшке, пока свободно. Да, да, давай, 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 занимай. Беги, беги, беги. Пока никого. Бабушка, помоги. Сейчас дождемся бабушку. Просто я буду на ней лежать. Да, сейчас ляжем. Помоги. Да. О! Качай, качай. Нравится? Ой, не страшно? Голова не кружится? Уи! Ты посмотри на небо, открой глазки. Нет. Ну ладно. Ты можешь открыть глазки чуть-чуть. Вот тут посмотреть какие. На птицы. Вас не затошнило, зрители? Более, да. Нормально, голова не кружится. Ну все, ты не раскачивай сильно, оставь ее так. Да, прикольно. Как на море, да? Мальчик тоже играется. А у нас вот такая вот осень. Что-то тут с этим песком так ничего и не придумали. Как-то все так и осталось. Ну ладно. Да, ну она смотрит, ей интересно, конечно. Классно? Парочка, вот еще такая гарочка. Нормально. Ну а так в целом море понравилось. Да. Болтушки тут две. Класс. Хочешь, закрывай глаза, да, чтобы никого не тошнило. Не тошнило. Не тошнит? Нет. Нормально, они тут кайфуют. Все, больше не надо, не раскачивай, хватит. Вон тут детки тоже пришли. Все проснулись, все пошли. Да, гулять. Да. У меня есть игрушка, ходивай. Ого. Мальчик ждет ее на качельках, она не хочет. Пойдем кататься. Как палуба, да? Да. Как палуба выглядит. Вика. Вик, посмотришь на меня? Кто там? Дырочка. Оп, и пошла. И пошла. Это ты на японском, что ли? Нет, там машина-медведь говорит. А-а-а. Машина-медведь. Понятно. Это Маша так говорит. Понятно. Сова-ва-е-во-ни-си!
Мы вернулись домой с прогулки, немного подзамерзли, уже, как видите, стемнело. А сейчас будем с ней кушать. Ну а на этом я уже с вами прощаюсь, потому что нужно доделать все дела с ребенком. Так что увидимся в новых видео с вами. Всем пока-пока!